Я с победителем, Ислам, поздравляю. Тебя давно не было в октагоне, как ощущения? Не моя вина, что я не дрался. Это все сумасшедший 2020 и несколько моих боев просто слетели. Такая победа ставит тебя в отличное положение в дивизионе. Особенно, когда Хабиб оставил бои. Я уже давно заслуживаю поединка с кем-то из топ-5. У меня серия из 7 побед, пожалуйста, дайте мне топового соперника. Я готов к любому. Отличное выступление было. Был ли ты удивлен, насколько легко тебе удавалось контролировать его на земле? Дрю очень жесткий оппонент. Я мог бы биться с ним в стойке, но у него очень смачный панч, и потому я выбрал легкий путь – переводить его, заставить устать и финишировать. Отличное выступление, дамы и господа, Ислам Махачев, с победой!